Привет всем! После недавнего обновления Windows 10 у очень большого количества пользователей появилась справка о погоде на панели задач справа внизу. В данном видео разберемся с тем, как ее оттуда убрать. На самом деле все крайне просто и отключается за несколько секунд. Кликните правой кнопкой мыши по панели задач. Можно по погоде или пустому месту панели. Наведите указатель мыши на «Новости и интересы». Нажмите на «Отключить». Собственно, все. Единственное, что может смутить, нет ни слова о погоде, лишь новости и интересы. Дело в том, что погода – это лишь кнопка, при нажатии на которую открывается окно со статьями, новостями, погодой, информацией о спорте, финансах и тому подобное. Если нажать на кнопку управления, то можно настроить показ новостей и статей на определенные тематики. Мне кажется, что подобных агрегаторов всего в духе специально для вас уже достаточно. Тут и поисковые системы со своими сервисами и рекомендациями, и мобильные браузеры и так далее. Лично мне такое нововведение от Windows ни к чему, поэтому я уже убрал новости и интересы с панели задач. Вообще же подобные нововведения, которые не предлагаются, а буквально интегрируются в систему, откровенно бесят огромное количество пользователей операционной системы Windows. Полагаю, что и этот материал вы смотрите лишь по этой причине. А на этом у меня все. Буду признателен, если оцените данное видео.